Всем привет! С вами команда Carp Today, и наш сегодняшний видеообзор будет особенно полезен тем карпятникам, которые ценят эстетику и практичность карпфишинга. Сегодня мы расскажем вам все про продукцию компании JAK. В нашем обзоре будут стойки, перекладины, механические сигнализаторы, задние держатели для удилищ, а также еще несколько аксессуаров, которые сильно облегчают жизнь рыболову. Вообще стоит заметить, что облегчение жизни рыболовам – это не пустой звук для компании JAK. После появления этой компании в 2010 году карпфишинг стал немножко другим, это точно. Всему виной сразу 4 революционных инженерных решения, которые возвели JAK в ранг лидеров рынка. И первое из таких инженерных решений – это, конечно же, бур. Его уникальность состоит в том, что он нарезан непосредственно на самой стойке и представляет собой единое целое с этой стойкой. Сам бур выполнен по образу и подобию настоящих промышленных буровых машин, и он вгрызается в любую, даже самую твердую почву. Второе инженерное решение – это Stage Bite, то есть это стакан, который с помощью самореза привинчивается к деревянному мостику, и уже в этот стакан вставляется стойка. Это изобретение, кстати, у JAK многие украли, такие компании как Fox, Tasca, Matrix и многие другие. Но кое-что эти компании так и не догадались сделать. У JAK на основании стакана есть специальные насечки, которые исключают проворачивание стакана при закручивании самореза. Если вы будете закручивать стаканы других производителей, то вам могут потребоваться дополнительные усилия на то, чтобы одной рукой прижимать стакан к земле, а другой уже закручивать отверткой. У JAK специальные насечки на основании позволяют избежать этих лишних затрат. Кстати, не забудьте взять с собой на рыбалку отвертку, если вы пользуетесь стейджбайтами любого другого производителя, кроме JAK. Потому что у JAK отвертка идет в комплекте вместе с двумя стаканами, как, кстати, и специальные мощные саморезы. Отвертка сделана очень технологично, и она вырезана прямо внутри из одной из стоек. Прямо в корпусе сделан шестигранник. В комплекте также идет специальная бита, которую вы вставляете в этот шестигранник, и закручиваете саморез прямо в стакане. Удобство также состоит в том, что вот этот посадочный размер подогнан очень качественно, и ваша отвертка будет направляться именно туда, куда нужно, прямо в саморез. Ну и, наконец, наверное, самое интересное решение, которое привнесли инженеры JAK, это так называемые непотеряшки. То есть это специальные фиксирующие барашки, которые выполнены таким образом, что они никогда не вылетают из тела стойки. Барашки выполнены так, что, повернув его по часовой стрелке, мы фиксируем стойку. Повернув против часовой стрелки, свободно извлекаем или устанавливаем стойку. В конце каждого полуоборота на барашках сделаны специальные упоры, которые исключают дальнейшее неэффективное движение барашка. Плюс на ребре барашков сделаны специальные насечки, которые позволяют удобно закручивать и откручивать барашек в любую погоду без проскальзывания пальцев. Вот эти насечки – это вообще отдельная история. Вырезать такую фрезу на таком металле – это доступно лишь профессиональным фабрикам, которые специализируются на обработке металлов и сталей. Откуда же у JAK выход к такому оборудованию и к такому производству? И почему другие компании не могут сделать то же самое? А все очень просто. Ребята из JAK сами являются специалистами по обработке нержавеющей стали 316, а карпфишинг – это их хобби и увлечение, которым они давно занимаются. И в 2010 году, поскольку их, как и настоящих профессионалов, не устраивало качество, представленное на рынке продукции, они стали сами производить стойки. Кстати, стоит сказать, что производство стоек им практически ничего не приносит в финансовом плане. Их основное направление деятельности – это обработка нержавеющей стали для кораблей и судов в промышленных масштабах. Третье инженерное решение – это так называемый экскаватор. Это специальное устройство, которое также оснащено буром, и оно предназначено для вгрызания в твердую поверхность. То есть мы сначала закручиваем в грунт это устройство, и потом уже в него вставляем стойку. Стойка там надежно держится с помощью специального барашка. Закручиваем мы это устройство при помощи специальной штанги, которая вставляется здесь в отверстие для облегчения вращающих движения в землю. Расскажем немного о стали. Обычная нержавейка в своем составе содержит 18% хрома и 8% никеля. И вот как раз высокое содержание никеля образует на поверхности стали защитную оксидную пленку, которая защищает от коррозии, а также от воздействия агрессивных химических веществ. Практически на любых поверхностях при резких перепадах температуры образуются микротрещины.
И при попадании в эти микротрещины жидкости основной металл начинает коррозировать и со временем разрушается. В случае же с нержавеющей сталью, даже при механическом повреждении поверхности, при доступе кислорода этот верхний слой самовосстанавливается и позволяет изделию дальше сопротивляться коррозии. Именно этим обусловлено широкое применение нержавеющей стали во многих отраслях промышленности и в быту. Но существуют такие отрасли, где должны применяться специфические материалы. Это, например, химическая, нефтегазовая промышленность, а также, например, судостроение, где как раз используется нержавеющая сталь марки 316. И именно из этой стали инженеры Джак делают стойки для карпфишинга. Отличие нержавеющей стали марки 316 по сравнению с обычной нержавейкой состоит в том, что дополнительно в ее составе присутствует 2,5% молибдена. Это еще больше увеличивает сопротивляемость металла к коррозии, а также к воздействию агрессивных сред и температур. Для того, чтобы обрабатывать такую нержавеющую сталь, нужны специальные высокотехнологичные станки, которые, если и доступны обычным производителям стоек и перекладин, то, скорее всего, взвинтят цену до такой степени, что просто никто это не будет покупать. Именно поэтому, например, широко известная компания Корда в производстве своих стоек использует именно мощности завода Джага. При этом стоит отметить, что все решения, которые используются при производстве этих стоек, принадлежат именно Корде, а сотрудники Джаг здесь являются только исполнителями. И это сыграло свою роль, потому что данные стойки подходят для тех условий, которые характерны именно в Англии и для английских карповых водоемов. Тогда как, например, продукция Джаг подходит для не только английских водоемов, но и вообще для всех условий, и для любого берега. В настоящий момент ассортимент компании Джак можно разделить на три основных направления. О первом мы уже поговорили, это изделия из нержавеющей стали 316. И два других направления, это стойки и перекладины серии Pro Light и Black Edition. Эти две серии изначально были спроектированы для сталкеров. Они необычайно легкие по весу и состоят из соединения анодированного алюминия, титана и карбона. Серия Pro Light отличается темно-серым цветом, а Black Edition черным. Этот цвет инженерами Джак специально подбирался под среднестатистический цвет всех наших удилищ и сигнализаторов, поэтому они идеально сочетаются с черными удилищами и черными сигнализаторами. В данном случае у нас на обзоре стойки серии Pro Light темно-серого цвета. На самом деле очень легкий материал. Вот здесь находится карбоновые вставки, она вообще практически невесомая. Здесь вот на рукоятке сделаны специальные насечки, как на барашках в серии Stainless 316, которые позволяют рукам не проскальзывать при работе с этими стойками. Вся резьба, все посадочные размеры подогнаны практически идеально. Все совместимо друг с другом. Здесь вот есть логотипы Джак. Ну и как мы уже говорили, в наборе присутствует отвертка. То есть вот здесь в данном случае тоже внутри сделан шестигранник, куда вставляется бита, и мы можем прикрутить наш стейджбайт к деревянному мостику. Стоит также отдельно отметить, что вся продукция Джак делается вручную. То есть это не какая-то конвейерная штамповка, а это именно скрупулезная и ручная работа специалистов компании. Поэтому качество продукции Джак всегда на высоте. И как говорят многие карпятники, Джак нельзя сломать, его можно только потерять. Итак, давайте перейдем от общего, как говорится, к частному. В ассортименте у компании Джак есть продукция, которую условно можно разделить на три основные категории. Первая категория – это стойки. Туда входят как сами стойки, так и упомянутый выше экскаватор, прочее и прочее. Вторая категория – это бас-бары. И третья категория – это стейдж-байты. Что касается стоек, они также выпускаются, как и вся продукция, в трех различных сериях. Это серия из стали 316, серия Black Edition и серия Pro Light. В данном случае у меня в руках стойка из серии 316 стали. Она, соответственно, стального цвета, со стандартным наконечником. Наконечник немножечко заострен. Имеется здесь барашек, про который мы уже говорили. И, соответственно, внутренняя часть, которая выдвигается на нужную высоту и регулируется тем же самым барашком. Сверху здесь специальный элемент, в который вкручивается сигнализатор. Или если это задняя стойка, сюда можно вкрутить также держатель для удилища. Резьба стандартная, подходит практически ко всем сигнализаторам. Для рук специально здесь сделаны прорези, чтобы пальцы не проскальзывали. Ну и хочется сказать, что, опять же, вот этот посадочный размер отверстия, да, куда входит этот стержень, подогнан практически идеально. И, кстати говоря, во многом из-за этого вот этот барашек
позволяет за полоборота затянуть, полностью зафиксировать вашу стойку. Если бы размер немножко не совпадал, то, конечно, пришлось бы крутить барашек намного дольше. Нужно сказать, что эти стойки выпускаются в разной длине. В данном случае у меня в руках стойка длиной 10 дюймов. Они также есть еще 6, 8, 10, соответственно, 14 и 18. Вот здесь лежит стойка 18 дюймов. Причем вот эти размеры в дюймах, ну в дюймах, потому что на английский манер, указывается длина стойки именно в сложенном виде. То есть это вот в таком положении. 1 дюйм это 2,54 сантиметра, то есть можно легко посчитать, сколько это длина в сантиметрах будет. Внутреннюю часть стойки можно полностью вытащить. Она, соответственно, там никак не фиксируется. Кстати говоря, стойки внутри полые. Это позволяет немножко снизить их вес. Ну и выдвигаются они примерно на 80% своей изначальной длины. То есть вы можете посчитать и подобрать себе стойку, которая вам необходима. Следующая стойка в нашем обзоре – это стойка серии ProLight. Она выполнена в темно-сером цвете. Очень легкая, поскольку присутствует карбон. Дальше, в чем еще отличие? У нее немножечко другой барашек. Он такой четырехгранный, но тоже удобно его брать пальцами. Принцип такой же. Полоборота закрутили, полоборота раскрутили. Дальше, здесь вершинка тоже сделана с прорезями для удобства. Внутренняя часть этой стойки сделана из карбона, поэтому она очень легкая, но при этом не теряет своей прочности. Как мы уже говорили, стойки этой серии были созданы специально для сталкеров, которые во время рыбалки часто перемещаются с места на место, и для них, конечно, вес имеет большое значение. Ну и для всех остальных рыболовов, я думаю, что будет весьма полезно иметь в арсенале такие легкие, но при этом очень прочные стойки. Стойки серии ProLight выпускаются в нескольких вариантах по длине. 9, 11, 15 и 20 дюймов. Стойки также имеют стандартную резьбу для установки сигнализаторов или задних держателей. А также различные стойки имеют различный тип наконечника. В данном случае у нас трехгранный наконечник. В предыдущей стойке был обычный конусный. Ну и также присутствует вариант с наконечником типа экскаватор. Ну и последнее в категории стоек Jack. Это, соответственно, устройство экскаватор и стойки, оснащенные таким устройством. Экскаватор вгрызается в любую, даже самую твердую и каменистую почву, благодаря своему уникальному буру. Экскаватор имеет приличный вес, что еще больше способствует его закручиванию в грунт. Ну и также в комплекте идет специальная штанга, которая вставляется в отверстие. И очень удобно вращать его руками. После того, как вы закрутили экскаватор, вы его прямо оставляете в земле, откручиваете барашек и вставляете внутрь любую стойку. Фиксируете ее барашком, и она будет надежно держаться, несмотря на то, что грунт у нас самый твердый. Уникальный бур инженеры Jack перенесли также на обычные стойки из серии 316. Они также есть различной длины, и все на конце оснащены специальным буром. Также характерной особенностью таких стоек является то, что у них дополнительно имеются такие же отверстия, как в экскаваторе. И в комплекте идет такая же перекладина, с помощью которой вы можете легко вкрутить стойку, опять же, в самый твердый грунт. Следующая категория товаров – это бас-бары и снэк-бары, которые бывают, соответственно, в двух вариантах. Это фиксированный вариант и раздвижной вариант. На самом деле, понятие снэк-бара и бас-бара вполне себе родственные. Они отличаются только тем, что бас-бары, как в данном случае, имеют крепление на одну стойку, которая заворачивается здесь посередине. А снэк-бары – это то же самое, но они крепятся на две стойки. Бас-бары и снэк-бары также выпускаются в различных сериях. Это серия 316, ProLight и Black Edition. И, соответственно, они бывают как раздвижные, так и фиксированные. Что означает фиксированный вариант? Это значит, что у нас расстояние между удилищами никак не регулируется. То есть оно изначально задано на заводе производителя и больше никак не меняется. В данном случае мы имеем модель серии ProLight на два удилища. Также они существуют и на три удилища. В комплекте идет две перекладины, передняя и задняя. Обычно они немножечко разного размера, передняя чуть уже, задняя чуть пошире. Ну а модель раздвижного бас-бара рассмотрим на примере серии 316. Как я говорил, раздвижной означает, что вот это расстояние между удилищами вы можете регулировать. Здесь сделаны специальные барашки, открутив который, мы можем поменять расстояние, которое нам необходимо, снова зафиксировать. То же самое делаем с этой стороны. Барашки сделаны так же, как на стойках, то есть они фиксируются в полоборота.
вправо-влево. Также на раздвижной модели мы имеем откручивающиеся головки, которые позволяют зафиксировать сигнализатор в нужном нам положении. В фиксированных моделях бас-баров и снэк-баров такие головки также зафиксированы. То есть здесь у нас ничего не откручивается, мы регулируем сигнализатор либо какими-то шайбами, либо силиконовыми вставками. Все то же самое можно сказать и про снэк-бары от Jack. Отличие состоит лишь в том, что они устанавливаются на две стойки. В остальном все то же самое. Они бывают и раздвижные, и фиксированные. Также они бывают как на 2, так и на 3 удилища. Фиксаторы стоек на всех моделях серии 316 снизу имеют крепежный винт под шестигранник, с помощью которого вы можете отрегулировать вот это расстояние. Вы можете поставить стойки чуть ближе или чуть дальше друг от друга. В раздвижных моделях как бас-баров, так и снэк-баров от Jack есть одна интересная опция. Вот эти вот раздвижные уши всегда ходят в одной и той же плоскости, и их нельзя провернуть. То есть вы когда ослабляете винт, у вас никогда не случится такого, что сигнализатор будет опускаться вниз. Ну и наконец третья категория — это стейдж-байты. Они также выпускаются в трех сериях, это 316, Pro Light и Black Edition, и идут в комплекте по две штуки, по два стакана. Один стакан стандартный и второй немножко увеличенный, который также является и отверткой для обоих стаканов. В комплекте к двум стаканам вы также получаете усиленные саморезы и специальную биту, которую можно вставить в нашу отвертку. Ну и дальше расскажем про отдельные аксессуары от Jack. Например, первый из таких аксессуаров — это стабилизатор. Он устанавливается на стойку и служит для того, чтобы придать ей дополнительную устойчивость. У стабилизатора есть специальное отверстие под стойку, а также фиксирующий барашек, такой же, как на всех стойках. Плюс здесь сбоку есть стержень, который входит в землю рядом со стойкой. Давайте посмотрим, как это выглядит. Берем нашу стойку, вставляем стабилизатор, фиксируем. И уже в таком положении вгоняем стойку в землю. То есть у нас получается, что не только стойка будет в земле, но и дополнительный стержень, который будет предотвращать, во-первых, стойку от бокового падения, и, во-вторых, будет придавать дополнительную устойчивость во всех плоскостях. Кстати, есть один совет. Вам не обязательно покупать стабилизаторы для каждой стойки. Вы можете приобрести их только для тех стоек, которые будут стоять ближе к воде. То есть, если удилище стоит на двух, то вы ставите стабилизатор только на тот, который ближе к воде, потому что грунт там мягче, и именно там может потребоваться дополнительная стабилизация. Следующий аксессуар – это задний держатель для удилища. Держатели также выпускаются в трех сериях – 316, Black Edition и Pro Light. И на наш взгляд, эти держатели являются самыми лучшими и самыми долговечными из всех, которые существуют. Держатель представляет из себя металлический корпус. Внутри идет фиксирующий винт, который заворачивается шестигранником, шестигранник в комплекте. И плюс внутрь вставляются дополнительные силиконовые вставки, которые приобретаются отдельно, они есть нескольких цветов и нескольких размеров. Размеры держателей выбираются исходя из ваших удилищ, а точнее из диаметра комеля удилища. И Jack выпускает в двух вариантах размеров свои держатели. Это маленький и большой. Маленький размер держателя подходит для удилищ, диаметр комеля которых варьируется от 10 до 18,5 мм. А большой размер подходит для комелей с диаметром от 19 до 26 мм. Что же касается силиконовых вставок в держателе, то они идут в комплекте из 6 штук и также подразделяются на 2 интервала по размерам. К примеру, вот у меня сейчас в руках вставки маленького размера. Их 6 штук в комплекте оранжевого цвета. Самый маленький размер из этих держателей сейчас здесь 10 мм, и самый большой 18,5 мм. То есть, если ваше удилище находится в диапазоне small, то вы один из этих держателей обязательно подберете под свой комель. То же самое, такие же держатели идут в большом варианте от 19 до 26 мм. Поэтому, если у вас 4 одинаковых удилища, то вам необходимо приобрести 4 держателя, выполненных в металлическом корпусе, и 4 комплекта таких вставок соответствующего размера. И следующий очень интересный девайс от компании Jack – это так называемый хай-тайпер. Это устройство, которое представляет из себя переходник, служащий для задания угла наклона ваших удилищ. Хай-тайпер состоит из двух частей, соединенных между собой крепежным винтом под шестигранник. С помощью этого винта
ослабив его, мы можем вот эти две части между собой поставить в необходимый нам угол и затянуть винт. Особенность этого переходника от джак заключается в том, что угол, который мы задаем с помощью винта, практически намертво фиксируется этим же винтом. Такого нет у переходников других производителей. Здесь внутри, на двух частях, с одной стороны есть специальный штырек, а с другой стороны отверстие. И когда мы задаем необходимый нам угол и закручиваем крепежный винт, наш переходник уже никуда вообще не денется. Он будет стоять именно в том положении, которое мы задали. Также хай-тайпер сверху имеет специальную регулировочную шайбу, с помощью которой вы можете ваш сигнализатор закрепить в том положении, которое необходимо. Ну и последнее, о чем мы хотели бы рассказать, это механические сигнализаторы от компании Jack под названием SafeLiner. Механические сигнализаторы выпускаются под каждую из трех линеек стоек Jack и имеют характерные особенности этих линеек. Но в целом они представляют из себя стакан, сделанный со специальными отверстиями для установки либо изотопа, либо дополнительного груза, специальную силиконовую вставку и крепежный элемент, между которыми располагается паракорд. Вставка в сигнализаторах выполнена из высококачественного силикона, благодаря которому леска практически не травмируется. Именно из-за этого сигнализаторы получили свое название – SafeLiner, то есть сохраняющий леску. Закрепляются сигнализаторы с помощью специальной клюшки, которую можно приобрести отдельно. Крепежный элемент вкручивается в эту клюшку, и она сама уже устанавливается на стойку. Правильная установка сигнализатора – это когда у нас он находится примерно на одном уровне с роликом электронного сигнализатора, максимально отведен на длину паракорда от самого сигнализатора и находится под углом 45 градусов к основной леске. Таким образом, вам будет доступна индикация любой поклевки. Если это будет поклевка в берег, то леска провиснет, и вместе с ней провиснет ваш механический сигнализатор. Или стандартный паровоз, когда сигнализатор направляется в сторону электронного, бьется об него и спадает с лески. Длину паракорда вы также можете под себя отрегулировать с помощью специальной металлической клипсы, которая установлена внутри крепежного стаканчика. Механические сигнализаторы SafeLiner при всей своей элегантности за счет простоты конструкции являются одними из самых неприхотливых. Подводя итог, стоит сказать, что продукция компании Jack является лучшим выбором для тех рыболовов, которые ценят эстетику, а самое главное – надежность и практичность. Продукция Jack вобрала в себя уникальные инженерные решения, а качество достигается работой лучших специалистов по обработке нержавеющей стали. С вами была команда Carp Today. Все представленные в обзоре товары вы можете приобрести в магазине carpshop.ru. Всем привет!